Валя у меня бегает, головой крутит за этим, за беленьким здесь. Вот я сейчас в этом направлении, голова у ней будет идти, а сейчас наоборот. Она синхронно головой так и крутит за этим, она смотрит. Вот так, хорошо видать. Учится мышей ловить. Тренировка идет по всем статьям. Вот она. Паля, паля вовсю ловит. Ну что сказать, ловит и все. У нас кот был, маленький котик. И все время, как кино смотрим, он дельфинов ловит, там это с рыбы. Но потерялся, долго не был, где-то в лесу потерялся. А потом домой пришел все-таки. Пришел и с тех пор кино не стал смотреть. То есть настоящее оказалось совсем не такое приятное. А люди-то этого не понимают. Вот оно, где сейчас я нажму. Но это и не интересно. Вот именно маленькая, ровненькая, когда бегает. Ну все, села тут, ей кажется, так и хорошо. Паля, Паля, ты уходи оттуда, пошли. Пойдем, Паля, сейчас она кинется за мной. Вот она, пошли, пошли. Ну она ученая кошка, 7 месяцев ей, а. Вот задеваешь ее, когда она не кусает, а так такая, языком трогается. Не покорябает, когти не выпускает, когда балуешься с ней. Все. Сегодня 16 февраля 2018 года. У моих голубков дикари здесь. Вывелся голубенок. Не знаю, второй будет, нет. А это Паля со всех сторон пытается проникнуть туда. Это решетка. Вот она на ней. Трудно ей очень искать проход. Кошка настоящая выросла. Умная такая, нежная. На колонке запрыгнула. Она со стула бывает туда прям прыгает. Ну а тут на застулом сейчас Володя сидит. Никита у Дубунова что-то там все с картами возится. Где золотые прииски, там что-то надо все это так нарисовать.
Вот оно, движение ее какие. Мой костюм висит, и вот рыжка подошла рыжая, и под мышкой костюм. Там потеешь больше всего, это связано с сердцем валерьяны. Она буквально кайфует и еще делает, трется как. Мучает свой компьютер тоже. Это секретарь пишет. Еще он пишет. Как удобно-то у нас. Смотри, как ноги раз-раз-разложил. Как в гамаке. Ты еще, Никита, пишешь? Повесть какой-нибудь? Просто. Ну, дневник поди. Дневник пристрастился. А где у нас Паля-то? Паля где? Вон она. Тут печь, жара такая, залезла там. Сгоришь, иди, слазь. Пошли.